они, в принципе, берут свое начало от видных ледников горы Вермонт. Ледники мы с вами отсюда не видим. Они находятся на вершине горы в ущельях, куда никогда не падает эти солнце. Мы с вами направляемся как раз к тому месту, где был этот древний город. И городу тоже примерно 6 тысяч лет. Самое главное, исток Дана, он именно всегда отличался сладкой водой. И сами здесь сказали, что это и есть родина Пана, главного бога лесов. Его все время изображали полукозлом, получеловеком. Вы или Фида, или инжир. Видим, очень много здесь растет шелковицы. Когда-то в 3-4 веках Святая Земля была одним из мировых центров шелкопрядства. Это мы с вами видим городскую стену. Считается, что вот эту стену, которую мы с вами видим, построили уже израильтяне. Именно с колена Данова в те времена, когда эта земля была северной частью Израиля, образовавшегося после смерти царя Соломона. Вы помните, раскололась огромная держава Соломона на две части, на южную Иудею и северный Израиль. То есть, скорее всего, когда Авраам сюда шел по слову Господню, помните, Лех-Леха, он проходил в Ханаан по царской дороге, дороге царей, скорее всего, через эти ворота пойдет. Видим площадь, которая была перед городом. Мы с вами сейчас как раз находимся вот здесь, вот видим остатки насыпи, которые укрепляли именно древнее городище. Город находился здесь наверху, сейчас он засыпан примерно на 15 метров землей. После город жил до прихода персов. В 7 веке после персов люди сюда уже не возвращали. Город засыпало, завалило землей. И единственное место, которое здесь было укреплено и населено, это была как раз вот эта крепость Клат-Нимрод. Все остальное здесь превратилось практически в пустыню. Здесь вот мы почему с вами здесь сюда пришли. Мы видим с вами остатки вот этого пожара, которым и был разрушен Дан уже во времена Перса. Видите, камни обугленные, покрыты золой верхние. Представьте себе, какое должно здесь было быть пожарище, чтобы вот так вот камни пропеклись. Городом останавливались караваны, которые приходили сюда. Здесь были колодцы. Не все караваны запускали в город. Как правило, они оставались за территорией города. А восточное гостеприимство гласит, что нельзя отказывать в крови и в воде. Ибо вода – это здесь источник жизни. И когда останавливался караван, чтобы они не заходили в город, здесь около колодцев могли набрать воду для своего каравана. Понятно, не бесплатно. И, в принципе, колено Данова оккупировало вот эти вот истоки Иордана. Они взяли на себя монополию по распределению воды. Здесь, в этих воротах, был обязательно гарнизон, который
Здесь была, скорее всего, башня, вот куда сейчас спускается, которая защищала вход в город. Именно здесь в воротах сидели судьи. Здесь, скорее всего, когда-то вот на этом месте, здесь было подножье трона, который сюда выносили. Здесь сидел царь израильский или какой-то из судей городских. И именно сюда приходил весь народ на суд. Между вот этими засыпали более мелким камнем и землей. Утрамбовывали, это обеспечивало сейсмоустойчивость стены во время подземных толчков. И мы сейчас с вами находимся на одной из улиц, которая как раз вела вот на эту форумную площадь перед воротами. Там город находился на всем этом вот промежутке и занимал все времена площадь примерно в 600 дунамов, то есть 60 гектаров. Это был огромный город и, повторяю, это было все времена столица Израиля. Видно вот как раз вот срез раскопа. Посмотрите, вот сколько земли наросло над верхним уровнем руин. Вот мы сейчас с вами видим фундаменты Дана времен Израильского царства. Скиду. Сирийский. Дело в том, что когда сюда приехали первые христиане-миссионеры в конце 19 века, они сюда привезли из Сирии саженцы дубов, начали их высаживать на вершине горы Тавор, святом для христиан месте преображения Христова. И поэтому теперь эти дубы здесь в Израиле называются таврийские. Вот всего здесь два вида дубов, которые в виде дерева. Это таврийский дуб, или так, как его еще называют, дуб средиземноморский, алон мацуй на иврите. Все остальные дубы здесь кустарниковые. Ну и вот мы с вами подошли к месту, где считается и был тот самый храм, где стоял золотой телец. Это остатки храма, да? Да, вот мы с вами видим жертвоприношение на жертвеннике. Но немножко не так оно происходило. Тельца забивали не на самом жертвеннике жертву, а перед ним. На жертвенник уже клалась обескровленная туша. Кровью жертвы только окроплялись рога жертвенника. И с этим жертвенником было связано древнее такое обычай. Тот преступник, который успевал до него добежать и схватиться за рог, был неподсудный, пока он этот рог не отпускал. И вот, давайте сюда пройдем. Здесь мы с вами видим то, что, скорее всего, было микве. И вот это был подъем на жертвенник. Вот здесь вот как раз стоял, видно, вот этот жертвенник, где и приносили жертву. Засыпанные мелкими камнями и землей посередине для придания устойчивости стене. Осторожно, скользко. И эту воду можно пить? Да. Да.
Ага. Андрей, вот это вот как бы дорога, булыжник, это было ли? Нет, это современно. Ага. То есть использовали те же булыжники, да? Да, да, да. Иордан в 8 километрах отсюда. Это вот один из притоков Иордана, я вам объяснял. Три ручья вот таких вот сливаются в один Иордан. Просто далеко плохо слышно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.